Ну что, 2 минуты перерыв. Пора сделать. Фух. Небо-то какое. Солнце далеко светится. Да. Да будет, будет, завтра обещают плюс 30. Видишь, ночной ветер. 12 ровно, да, сейчас едем, надо отдохнуть. Сейчас мы едем. Уже. Я просто формулировка рядом. Сейчас едем, надо отдохнуть. Ну типа... У тебя режим? Нет, типа вот мне объясняли люди, которые катаются. Типа час едешь, 5 минут отдыхаешь. Типа это повышает анаболизм, там кислород. Короче, отдых надо давать каждый час. Нельзя гнать. Фига, фонарик на свой отсвечивает знаки. Ты это читал отчет кого-нибудь, кто из наших ездил на 600 км? Да. У них там, по-моему, 4 остановки за все это было. Нет, ну, во-первых, это сильно подготовленные люди, которые гоняют чисто на износ. Где? Ну вот на бревет и на все остальное. То есть это чисто на износ, это слишком экстремально. Во-вторых, они уже подготовлены, у них и велики. Ты понимаешь, что вот эта бандура, да, это просто убийца слонов. Не, ну Лёха тоже прокачал и вилочку, и втулочки, наверное. Корецочка у него смазанная. Тем не менее, у него не шоссе. Ну, согласен. Но у него ноги, блин. Сколько он катается уже? Лёха. По годам? Да. Ой, давно, очень давно. Ну вот, а я как бы год. С 10-го года я начала кататься, но он там давно, наверное, катался. Может, он еще молодой, сил много. Я-то старый совсем. Фух. Сколько тебе? Мне? Да хера. Ну скажи. Ну я Олесь, наверное, вот в 2 старше. Что? Что? Олесь? Сейчас посчитаю, сколько мне должно быть. 98. Свистишь. Вот. У меня просто, видишь, в детстве было много проблем со здоровьем, и когда спортом не занимался вообще. То есть я был полностью освобожден от всех физических нагрузок. Ну так, упал головой в детстве очень сильно. Вот. И она раскололась пополам. Вот. Мне ее замотали и сказали, все. За книжки садись. Ну да, я, блин, спортом все занимался. И поэтому я такой умный. После этого. И все знают. И как бы никогда не занимался спортом, в том году решил сесть на велик, блин, сбросил вес. Вот я год ходил в бассейн, потом сел на велик. Со 101. А ты какого года катаешь? Вот, с прошлого мая. Май Алена? Алена... Ну, она каталась в 12 году с комаром все лето. И в 13 году со мной. С 3-й год. А вы познакомились прошлым летом? Да. Этим летом, то есть? Прошлым. Ну, в смысле, прошлым. 12, да. Офигеть. И в каком месяце? 20 июня. Ты же помнишь число? Конечно. Я тоже примерно в это время с вами познакомилась. Ну да, вот я начал кататься. Я сразу стал веломаньяком, каждый день писать, да поехали, 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 поехали. И как-то так вот потихоньку стал народ собираться, стали кататься. Ну что, прикольно, весело. А ты, Ренат, хочешь в выходные поехать в Ваню? Не, выходные у меня деревня, шашлык. Деревня. Там у нас тоже все будет шашлык. Ну, у меня друзья редко из Москвы приезжают. Блин, подружка тоже не может, тоже деревня. Ну, Лиза, ты видишь, у тебя какой выбор. Хочешь туда, хочешь сюда, хочешь куда угодно. Вот, у всех как бы... У нас просто сейчас желание вырваться все-таки на природу, потому что погода-то была не очень интересная. И сейчас вот эти выходные... Лиза, отдохнуть. А ты, Сарен, на лето не, на юг не собираешь? Санек, а ты говорил, у тебя что, батарейки или аккумуляторы? Не, ну был наш разговор. До города доехать. Что? Не, у него блок. Ага. Ну, у меня блок. А, у тебя блок? Вот это 18. На 8,4 вольта. А, это телефон? А, нет. Это сотовый? У него, как у меня, только намного дороже. В 5 раз. Телефон?
Нет, это фонарик. 5000, что ли, стоит? Да. Да? Это что такое-то называется? Блин, зато он... Зато клевый. Клевый, да. Зато бренд. Зато у нас бы стоил бы, наверное, 1015. Что? 4. 1015 бы стоил. Нет, кстати, они продают, я видел, у нас за 4,5. 4,5? Небольшая расценка. Фига себе. А где? На какой-то сайт фонарик.ру, что-то вроде этого. А ну это все равно ждать с почты. Это они просто из Китая заказывают. Не, в России-то они там за неделю. Они перепродают, но у них в наличии, я так понимаю, сразу есть. Они тебя от себя отправляют. Ага. Как я понял. Машина. Не, ну это. Машина. Я думал, просто прям в магазине. Магазин я не видел. Это не знаю. Да нет, тут нормально. Трамвай объездит. Да, увидеть это. Сложно даст не увидеть. Цыганов мне предлагал на две лампочки за 1700. Боушные, короче. Год откатанный аккумулятор. Не сведите в глаза. Я говорю, нафига лучше, закажи мне вот такие. Не смотри, иди назад. Ты смеешь, свети. А для света, наверное, больше. Свети в глаза. Олеся, а? Признавайся во всем. Зачем тебе моя кофта, чужая майка, чья-то там штаны и трусы еще? Трусы нет. Ты фетишистка? Ну, ты такие трусы не носят, как поржу. Нет, ну ты говоришь, ты подобрала у кого-то там, у Деева или у кого-то. Нет, я еду без трусов. Ой, ладно, нам сейчас главное поворот не пропустить. Ну, в Городню, да? Да, мы приезжаем в Городню и сразу поворачиваем. Ты раскрыл мою тайну. Там сейчас по этой дороге, понимаешь, мы вот ехали-ехали. Нереально. И потом как-то в деревню мы выковырялись. А в Городне там уже понятно как. Мы быстро ездим к этому. Да, что-то мы сейчас так все время, как будто бы дорога шла все время вниз. Угу. Только в одном месте там было вверх и все. А потом прям вниз-вниз так хорошо, легко. Ну вот это самое. Вот расплата была за ваши вниз. Что мы едем? Туда вот как-то, помнишь, мы сложнее все-таки ехали. 4 часа. Еле-еле что-то туда ползли по времени. Вон там, видишь, он едет не по асфальту, потому что здесь асфальт раздолбанный дальше. А едет чисто по грунту. Олеся такая стоит, типа. $50 Осталась одна. Самое лучшее. Что самое лучшее? Ничего. Просто самое лучшее. Давай вперед поезжайте. С фонарями. Дождь!
Нет, по-моему, дальше там есть. По-моему? Да. Мы в прошлый раз, наверное, здесь ехали. Сейчас мы можем подальше. Да. Вот сейчас будет любой поворот. Просто здесь песок. А я думаю, что здесь должен быть еще заезд. Либо на трассу. Не, вообще нам, по идее, вот сюда. Фоткайте их, пока не поздно. Что, мы в тупике? Конечно. Саш, сфоткай, прикольно будет. Ты потом, если докажешь, ты...